Я для тебя, смотри, что купила, мой золотой котенок. Обзор моего первого и последнего заказа в компании Faberlic. Ну, не шмогла я. 95% натуральных ингредиентов в составе данного шампуня. И здесь очень интересный дизайн. Это картина, которая нарисована ручками Ренаты Литвиновой. Смотрите, какая у него поверхность интересная, лунная такая поверхность. Еще одна интересная позиция – это труселя, трусы с липы. Это марка Флоранс. Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. Сегодня у меня будет обзор моего первого и последнего заказа в компании Faberlic. Почему так? Не удивляйтесь! На самом деле, этот заказ я получила действительно самым первым в 2023 году и сделала я его самым последним в уходящем 2022 году. Вот так, на стыке двух годов, 22 и 23, у нас действовал 19-й каталог компании, и получилось именно таким образом, что заказ сделан в прошлом году, а получен мной, и обозреваю я его в начале 2023 года. В этом заказе есть один небольшой клиентский заказ, а все остальное я заказала и для себя, и для будущих покупок своих клиентов, потому что у меня к Новому году все мои запасы опустошились, и мне пришлось их пополнять, тем более, что в 19-м каталоге у нас были очень приятные цены со скидками до 55-60% на некоторые товары прямо в самом каталоге, и пройти мимо таких шикарных цен, мимо такой распродажи, конечно же, я не смогла. Ну, не шмогла я, поэтому вот заказ тут в общей сложности у меня на 91 с лишним баллов и получился. Да, такой большой заказ, но давайте разбираться по порядку. Клиентский заказик небольшой. В уходящем году в последний вагон вскочила моя постоянная клиентка, говорит: «Татьяна, а будешь ты еще делать заказик?» И говорю: «Ну куда же я денусь? Конечно же буду». Ну и она заказала, повторила шампунь с крапивой. Очень классный шампунь, у нас он уже заканчивается, скоро будет обзор в пустых баночках, и там будет вот такая прозрачная упаковочка шампуня, большая бутылка, почти 400 мл, но не совсем, 380 мл. Артикул этого шампуня 2914, у нас есть крапива, у нас есть алоэ. В общем, вот с крапивой очень многим нравится, потому что он придает объем волосам, действительно классный шампунь, достаточно густой, как вы видите, и 95% натуральных ингредиентов в составе данного шампуня. Еще у нее в заказе есть декоративная косметика, две туши она приобрела. Вот эта тушь Miss Curl, черный оттенок, артикул 5754. Вот так выглядит сам брасматик. Я вам сейчас покажу. Вот так выглядит кисточка этой туши. У нас здесь просто три разных оттенка. Коричневый, такой фиолетовый и черный. Клиентка купила черный. Посмотрите, вот какая кисточка. Она гибкая, силиконовая. У нее небольшие вот эти реснички, кисточка очень хорошо удлиняет ресницы, разделяет каждую ресничку, хорошо ложится, естественно, все наши туши очень качественные, ни одна из них у меня на глазах не осыпалась и не образовывала вот такие темные круги, как у панды. И еще одна тушь из серии Glam Team. Вот так выглядит упаковочка, 57-67 ее артикул. Эта тушь называется Click and Go, у нее очень необычный колпачок, я вам тоже сейчас покажу, как это дело все выглядит в каталоге. Вот посмотрите, какая это тушь. Во-первых, у нее фибровая кисточка, вот такие вот веснички у нее, щеточка такая, и она необычная тем, что она открывается вот так вот нажатием на колпачок, и открывается, и закрывается одним таким нажатием. Очень необычный механизм, сама по себе
Неплохая тушь, не самая, может быть, моя любимая, но она вполне себе имеет место быть. Все зависит от строения наших ресничек в выборе туши, поэтому здесь, опять же, все индивидуально. Еще одна позиция, тоже из декоративной косметики серии Glam Team, это губная помада, артикул ее 40990. Это серия у нас губной помады Soft Nude. Тоже я вам сейчас покажу, как она выглядит в каталоге. Вот такая помадка 40990, вот такой вот яркий розовый какой-то оттенок она выбрала. Но оттенок, конечно же, в самом каталоге может не совпадать с натуральным оттенком помады, потому что, сами понимаете, это бумага, это вообще не губы даже, фотография, всегда есть элемент искажения. В общем, я, честно говоря, с тестерами губных помад не люблю работать, я их в последнее время даже не покупаю. Если кому-то нужна губная помада, я приношу все свои губные помады, благо, что у меня их много, и предлагаю выбрать из того, что у меня есть в ассортименте, в моем личном использовании, и таким образом сориентироваться по оттенку. Ну, вот клиентка у меня всегда ориентируется на оттенки по каталогу. Даже когда я ей говорю о том, что оттенок может отличаться, она говорит: а, ничего страшного. Ну, я тоже считаю, ничего страшного нет. Всегда можно на один слой нанести другой и создать тот оттенок, который больше хочется. Так, это вот клиентский заказик. Как я вам уже сказала, он небольшой, но такие очень интересные в нем позиции. Дальше все это только мой будет заказ, и здесь есть тоже интересные штучки, моменты. Я получила еще одну вот такую мисочку. Это салатник. Давайте сразу я назову вам артикул и потом про него немножечко расскажу и покажу. 910072. Дело в том, что когда я делала предыдущий заказ, на складе был только один такой салатник. Ну, я немножечко вроде как подрастроилась, один, ну, не туда и не сюда. А потом, вот уже в последнем этом заказе, я отследила по артикулу, и оказалось, что салатники-то появились на складе. Посмотрите, какая у него поверхность интересная, лунная такая поверхность. Здесь все гладенько, все хорошо моется, можно нашу посуду мыть даже в посудомоечной машине. Это фарфор, он такой увесистый, не самый такой легкий. В общем, классная посуда, и по размерам я вам сейчас тоже скажу. Диаметр у него 14 сантиметров, а высота 7,2 сантиметра, 7,2 сантиметра. Такой вот небольшой, не маленький, хороший салатник. И еще радуйся, мой котик Ричи. Я для тебя, смотри, что купила, мой золотой котенок. Потому что вот такая мисочка была мной куплена в одном из последних заказов для моей кошки Милки. Она у меня здесь кушает мягкий корм. И миску, когда я покупала, она мне на самом деле очень понравилась по каталогу. Но я не была уверена, что она по размеру подойдет моей кошке. Мне почему-то казалось, что она будет большой. Но я купила все-таки. Мисочка была с хорошей скидкой у нас в том каталоге. И думаю, если понравится, значит, куплю вторую. И хотела купить вторую другого цвета, желтого. Там есть еще одна. Но я посмотрела по размерам, та гораздо больше. Та действительно, наверное, для собак. А вот эта универсальна. Она может подойти и кошки, и собаки, и даже вот здесь и собака нарисована, и котейка нарисована, то есть универсально для мелких и средних пород собак и для средних и крупных пород кошек. Я так думаю, но у нас кошки средней породы, кот у нас шотландец, а мелкая кошечка у нас, как оказалось, американская короткошерстная. Мы думали, что она шотландка, а нет, далеко ей до шотландки, она всего лишь американская короткошерстная. Ну и давайте я вам размеры тоже этой мисочки назову. Артикул 910375, объем 300 миллилитров. А вот по размерам тут чего-то ничего не написано. Короче, объем 300 миллилитров.
В общем, хорошая такая вот мисочка. В прошлом каталоге она была со скидкой 40%, хорошая скидка была. А уже в первом каталоге такой глубокой скидки нет на эту мисочку. Поэтому я поторопилась и купила еще одну. Ну, будут из одинаковых мисок кушать. Ничего страшного в этом нет. Дальше. Автозаказом мне пришла еще одна интересная позиция. Это труселя. Трусы с липы. Это марка Флоранж. Я вам уже делала обзор на большой заказ нижнего белья Флоранж. Если интересно, можете сверху пройти и посмотреть этот обзор. Там много белья я заказала и для себя, и для дочки. По два комплекта белья мы оставили. И вот в том заказе трусики ушли в автозаказ. То есть их в момент заказа не было на складе, а как бы они забронировались. И вот когда на складе появилась очередная партия труселей, то, соответственно, они у меня в заказ и упали. Вот посмотрите, какая красивая вышивка на сеточке. Немножечко они подсвечивают, чуть-чуть. Сзади ничего не светится. Сзади это микрофибра. Гладкий такой тянущийся материал. Все достаточно эластичное. И здесь вот пройма у трусиков хорошо тянется. И здесь они тянутся. Очень красивые трусики и точно такой же очень красивый бюстгальтер. Так, это у нас модель Селеста, артикул 50-29-10 и размер XL. Трусики с липом. Ну, они средние будут по посадке уже, я вижу, что хорошо они должны сидеть, не низкие. Так что вот автозаказ еще один пришел. Также у меня здесь много парфюма. Все как всегда. Перед Новым годом очень много парфюма у меня ушло. И из заначек, и в заказах было много парфюма у моих клиентов. И я дарила много парфюма. И так немножечко мои амбарчики опустошились. А в 19-м каталоге у нас были очень хорошие цены на ряд парфюмов, которые востребованы среди моих клиентов. И, конечно же, мимо таких цен я не могла пройти. И смотрите, что я приобрела. Я купила вот такую Ренату. Артикул ее 30-30, помню, это полноценная версия. Здесь 60 мл аромата. И здесь очень интересный дизайн. Это картина, которая нарисована ручками Ренаты Литвиновой. Вот такой у нее полет фантазии был и воплотился на дизайне коробочки. Аромат сам по себе очень яркий. Я бы сказала, что он подойдет для возрастной женщины. Ну, как для возрастной, возраст 40+, скорее всего. Но, вы знаете, у меня был такой случай, когда молоденькая девочка, 16 лет, прям влюбилась в этот парфюм и приобретала его не по одной штуке. Был такой у меня опыт в моей практике среди клиентов. Так что, как говорится, на вкус и цвет все карандаши в коробке разные. И еще у нас в 19-м каталоге очень выгодные цены были вот на этот аромат Пондор. Ну, действительно, по такой цене очень давно в каталогах не было парфюма. 799 рублей в ценах каталога, минус 26% моя скидка консультанта. Ну, сами понимаете, пройти мимо такого предложения было просто невозможно. У меня одно время очень любили мои клиенты данный аромат. Он очень мягкий, он теплый, очень хорош на зимний период времени. Здесь абрикос, пралине, мускус в основных нотах. Действительно, такой сладенький, но не приторный аромат. Больше я бы его назвала гурманским. Это артикул 31-69, 50 полноценных миллилитров этого парфюма. И он у нас вообще подорожал давно уже, наверное, больше, чем полгода назад, может быть, год назад даже. По времени раньше он стоил дешевле, а вот в последнее время то ли 2000, то ли 2300. Давайте посмотрим, уточнюсь. Ну, в общем, он в каталоге у нас со скидкой каталога стоил 1500. А в 19-м каталоге на него скидка 60%. 799 рублей. Вот так выглядит
этот парфюм, и полная цена 2000, а когда-то он стоил 1600 в каталоге. В общем, вот такой интересный парфюм. Я пожадничала, купила аж две штуки, потому что редко на него бывает такая скидка. И у меня есть клиенты, которым этот парфюм нравится. Правда, когда у нас появились другие интересные ароматы, сладенькие ароматы, мурмур, например, в том числе у меня на промостойке в полноценной версии появился Офеерик Сенсуэль. У меня чаще из сладких ароматов стали приобретать именно эти. А Пондор ушел как бы на задний план, хотя сам по себе аромат очень шикарный. И вот этот аромат, конечно же, больше подойдет для женщины тоже где-то возраст 35+. А вот все ароматы Мурмур, Офеерик Сенсуэль, конечно же, больше подойдут для молодых девчонок, хотя, опять же, здесь каких-то таких правил нет. Еще в 19-м каталоге было выгодно приобрести со скидкой 55% две вот эти новиночки. Как правило, у нас на новинке всегда цена держится несколько каталогов, но вот это исключение. В 19-м каталоге они стоили 1799 рублей в ценах каталога, а в первом каталоге на них цена почти 3000 без 1 рубля, 2999. Так что кто успел, тот успел, кто не успел, ну, сами делайте выводы. Вот этот аромат, это вообще серия называется Queen Ship, это королевские ароматы, они действительно очень классные, они шлейфовые, ароматы стойкие. Вот этот аромат называется Power Mint, артикул этого парфюма 3341, и в шлейфе у него хорошо слышатся шипровые нотки. А вот этот аромат, он называется Абсолют Ши. Он более сладенький, более ягодный. Чем-то он напоминает какими-то нотами вот эту Ренату. Какими-то нотами ягодными пересекается. Но он более такой мягкий, сбалансированный, не такой резкий в шлейфе. И артикул этого аромата 3340. В общем, я решила, что пока на него такая хорошая скидка, надо брать. И, соответственно, вот у меня по одной штучке есть. Я уже приобретала такой аромат, также делала вам обзор новинок 19-го каталога и рассказывала про эти новиночки, даже отдельное видео вам снимала о новинках 19-го каталога. Там была информация и про эти ароматы, и про новую серию с куркумой уходовой косметики. Так вот, я уже их приобретала и поставила в качестве тестеров на свою промостойку. Ну, естественно, эти ароматы зашли. Естественно. Потому что они необычные, они очень интересные. Они шлейфовые, они достаточно стойкие, эти ароматы. Классные ароматы, но и цена на них непростая. И еще из ароматов вот такую миниатюрочку Блокбастер. Эта миниатюрка у нас в новинках идет. 3277 артикул этого парфюма и тоже по выгодным ценам. И еще у нас по выгодным ценам была серия Аромании. Кстати говоря, вот эта линейка тоже по таким же выгодным ценам идет и в каталоге 1. Так что обратите внимание, кто любит туалетные воды, именно моноароматы, они у нас тоже классные. Мне нравится вот такой сладковатый аромат спелого красного яблока. Артикул 3028, действительно, моноаромат яблока. Также вот этот моноаромат белый чай White Tea. Артикул 3042, пожалуй, наверное, один из самых стойких из этих туалетных вод среди моноароматов. Стойкость у него как у парфюмерной воды. И на самом деле очень неожиданно, как бы вот для данного аромата. Тоже он с такой легкой сладинкой, и свежесть есть, и легкая сладинка. В общем, аромат тоже очень интересный, и стойкость вот хорошая. И вот такой свежий аромат бергамот, тоже многим он нравится. Артикул этого аромата 3012. Ну вот, собственно, самые ходовые ароматы, которые пользуются наибольшей популярностью у меня на промостойке, я и купила про запас. Потому что у меня были штучки две, наверное, даже три, наверное, были в запасе. Что-то я подарила, что-то клиенты на Новый год у меня забрали на подарки. Ну, в общем, осталась я опять ни с чем. Так,
Теперь переходим к серии «Дом». Здесь я купила для себя, потому что, опять же, все у меня разошлось. И у меня в запасе, даже вот для личного пользования, ни одной штучки вот такого жидкого мыла для кухни, а мыло вообще очень большой популярностью у меня пользуется и среди моих клиентов, и я активно пользуюсь этим мылом. В данном случае «Бархатная орхидея», артикул 30210. Еще одно мыло – это красный грейпфрут, артикул 30201, один из самых любимых ароматов у меня. И вот эта новиночка – это такой цветочно-цитрусовый аромат, и артикул его 30200, называется цветочно-цитрусовый микс. Вот такие три штучки жидкого мыла, мыло для кухни, которое устраняет неприятные запахи. Вот порой… Не знаю, с чем даже помыть руки, чтобы запах селедки, лука, рыбы смыть со своих рук или вообще даже с поверхности, с досок, с кухонных ножей. Вот вам, пожалуйста, отличный вариант. Шикарно. Работает на один раз. Причем оно густое, экономное. Вот буквально одного нажатия хватает для того, чтобы перемыть и посудку, и не одну штучку, и, естественно, руки помыть. Не раздражает руки, не сушит кожу. Отличное мыло. Вот такой акваспрей. Тоже я посмотрела, у меня в заначке ни одной штуки нет. Это утренняя свежесть, артикул 30-325. Вообще, как бы изначально предназначался для того, чтобы устранить запахи животных, но на самом деле не только с запахами животных он справляется, с любыми запахами. Мне нравится этот акваспрей. Защита от запаха животных, так здесь и написано. Но вот использую его везде, и приятный у него такой свежий аромат. И еще один освежитель, это с морским ароматом, тропический бриз, 30-326 его артикул. Вот две штучки освежителей купила, тоже нет ничего, вот абсолютно в ноль у меня в заначках. И то же самое, та же история со средством для… мытья посуды. Вот самые ходовые тоже свежий лайм, артикул 397. Это сочный грейпфрут, артикул 398. И еще одно, лесная малина, артикул 395. Шикарное у нас средство для мытья посуды, они концентрированные. Я развожу в два, иногда в три раза, и не теряется эффективность мытья посуды. Вот это вообще с малины одно из самых моих любимых. Вся посудка блестит. Стаканчики, рюмочки, тарелочки. Все блестит. Эффект мытья посуды моечной машинки получается. Вот такое классное у нас есть средство для мытья посуды. Все они хороши. Вот этот вот вообще содоэффект. То есть очень хорошие очищающие способности. Засохшие кусочки пищи, прилипли которые к посудке, очень хорошо с помощью этого средства очищаются. Тоже, в общем, замечательное. Вот здесь мне очень нравится аромат вот этого средства для мытья посуды. Аромат грейпфрута. Ну, сочный грейпфрут, правда. Вот, на самом деле, прям слюни текут. Хочется скушать. Но нельзя. Не для этих целей. И еще кое-что. И еще кое-что. Я даже песни запела. Чай. Вот этот чай тоже был по очень выгодным ценам в каталоге 19. Это апельсиновые тропики с каркаде и эхинацеей. Артикул 16014 у данного чая. Мы его любим. Все пьем этот чай. У меня больше его даже любит, наверное, муж. Ну, в принципе, и дочка любит, и я пью. Две штуки я купила этого чая. Одинаковые. И кофе. Кофе – это наш самый любимый. Кофе-день, растворимый вместе с молотым. И артикул его 16049. Очень любим этот кофе. Всей семьей пьем. И свекровь у нас подсела на этот кофе. Тоже периодически я покупаю. В общем, замечательный продукт. Ну и вот это все. Это все. Все, что я купила. Еще раз скажу вам о том, что заказ я делала в уходящем году, а получила и оплатила я его в этом новом 2023 году. Это мой первый заказ
в 2023 году и последний заказ по каталогу 19 в ушедшем 2022 году. И, конечно же, все эти товары я покупала по очень выгодным ценам, да еще и моя скидка 26% роль сыграла. Так что быть льготным покупателем в компании Faberlic, конечно же, очень выгодно. Если вы еще таковым не являетесь, у вас есть возможность оформить лично кабинет, а вместе с ним получить скидку минимум 20% на весь ассортимент компании и поучаствовать в акции. У нас сейчас очень классная акция в новом каталоге, который у нас будет до 29 января. Можно оформить заказ на 1500 рублей. В нем для вас работает скидка 20%. И еще в следующем, во втором каталоге, в подарок вы получите за 1 рубль вот этот замечательный набор натуральных продуктов. Это натуральный сбор, травяной сбор иммунити, который укрепляет иммунитет. Здесь очень хорошо подобраны травки, которые действительно повышают иммунитет. Сейчас это очень важно в период подъема сезона заболеваемости вирусными инфекциями. И еще омега-3, который также и иммунитет укрепляет, и воздействует практически на все органы и на весь организм в целом. В том числе благотворное влияние оказывает на кожу, на волосы, на ногти. В общем, омега-3 – это то, без чего, в общем-то, наш организм жить нормально не может, функционировать нормально не может. Стоимость этого набора 1228 рублей в ценах каталога. Вы его можете получить в подарок за 1 рубль, выполнив условия этой акции. И для вас под данным видео есть активные ссылки в первом прикрепленном комментарии в описании к этому видео, по которым вы можете оформить свой личный кабинет и стать льготным покупателем. Если вы оформляете свой личный кабинет именно по этим ссылочкам, то в этом случае я становлюсь вашим информационным помощником в компании Faberlic. Со всеми вытекающими последствиями, они для вас будут очень-очень приятными. Потому что в моем лице вы получаете консультанта и по продукции, и по всем вопросам, которые у вас возникают. Я вас добавляю в наши чаты с отзывами о продукции, с информацией о всех акциях, распродажах, выгодных предложениях. А при желании, если вдруг вы захотите зарабатывать еще в сотрудничестве с компанией Faberlic, то тогда я стану вашим наставником. У нас есть целое обучение, как работать без спама в социальных сетях, как делать так, чтобы люди сами к нам приходили, как организовывать большой товарооборот без беготни с каталогами, без приставания к людям, без навязчивости, без уговоров и так далее. То есть мы всему этому обучаем. Так что если будет у вас такое желание, также вы уже в этом случае станете моим партнером в команде, то есть мы с вами уже будем работать по-другому. Но на самом деле это только для тех, для кого это интересно. Если вам не интересен такой вариант заработка, то вы можете просто быть льготным покупателем, пользоваться продукцией, иметь скидку 20%, получать подарки, участвовать в акциях, распродажах и получать огромное удовольствие от пользования качественными товарами. На этом буду завершать свое видео. Если оно вам было интересно, полезно, ставьте лайк под данным видео. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Говорю вам всем пока. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео.